I guess I didn't know. I guess I didn't know. Кулисы Б1. Настоящие закулисы для настоящих звезд, которые были номинированы на Грэмми. А это Crystal Method. Недавно здесь гладили одежду Boombox. А теперь сейчас будут гладить одежду The Crystal Method. Медленно, но верно по коридору к нам приближается великий легендарный американский дуэт The Crystal Method. Hi! Hi guys. How are you? How are you? So? Всем привет! В эфире Музыкальный Инстинкт. С нами легендарный дуэт The Crystal Method. Кен и Скотт. И мы зададим сейчас пару вопросов. So, hi! Привет, ребята! Я так понимаю, вы впервые приехали в российскую столицу с диджейским сетом. Как добрались до заснеженной Москвы? На самом деле, впервые мы посетили Москву 3 года назад в надежде отыграть наш первый диджейский сет. Но тогда, к сожалению, между клубом и промоутерами произошли какие-то разногласия. В итоге нам пришлось выступать в каком-то тесном помещении для друзей-организаторов, которые вдобавок еще и напились в хлам. Так что мы не считаем тот приезд за нормальные гастроли. После этого неприятного случая мы ждем возможности выступить в Москве с полноценным лайвом, а пока приехали к вам с расширенным диджейским сетом. Надеемся, что летом вернемся в российскую столицу с живым выступлением в рамках нашего тура. А сегодня что вы приготовили нам? Всего понемногу, в основном будем играть свои треки, также ремиксы на свои собственные синглы. Треки Far Too Loud, South Central Time to Sunshine. Что еще? Ну, мы же не можем все тебе рассказать, иначе нам придется тебя убить. Вонзить шпагу в уши. Ужасная смерть. Наверняка презентуете треки из своего последнего альбома Divided by Night? Ну, безусловно, и некоторые ремиксы. Давайте-ка поподробнее поговорим об этом альбоме. Во-первых, скажите, почему название у него такое? Это какое-то утверждение или ваша жизненная позиция? Название произошло, как бы это правильно сказать? От того, что мы увидели, когда летели из Денвера в техасский город Эль-Пасо. В то время на западе за горизонт садилось солнце, а перед нами открывался вид с ночным городом и звездным небом. Мы сразу вспомнили наш родной город, наш дом, нормальный день, посиделки за обедом. Невольно мы начали сравнивать нашу обыкновенную жизнь с тем, чем мы занимаемся в рамках нашего проекта Crystal Method. На ум сразу пришла фраза «разделенные ночью». Так что, по сути, перелет из Денвера дал название нашему будущему альбому. Во время работы над альбомом вы сотрудничали с такими звездами, как Питер Хук и Матисся. У такого большого количества звезд таких имен у вас никогда не было. С кем было интереснее всего трудиться? Упомяну последний трек из альбома под названием «Falling Heart», написанный в сотрудничестве с потрясающим вокалистом Мейко. Работать с ним было одно удовольствие. Получился медленный и красивый трек. На самом деле, все артисты привнесли много нового в альбом. Тот же Питер Хук, легендарный музыкант, который пришел к нам в студию и играл весь материал вживую. Нам всегда нравится работать с артистами, которые имеют совершенно иной взгляд на музыку. Мы постоянно стараемся сделать что-то новое и разнообразное, никогда не повторяемся, но в то же время сохраняем фирменное звучание Crystal Method. А правда, что вы сами ездили к великому и ужасному Матисяху в то время, когда он записывал свой альбом? Тогда мы приехали с гастролями в Нью-Йорк на шоу, связанное с празднованием Хануки, где и встретили Матисяху. Он постоянно находился с нами на бэкстейдже и общался. Вот тогда мы поняли, что есть еще в этом мире люди, творчество которых превосходно сочетается с тем, что привыкли делать мы. Поэтому дальнейшее сотрудничество с ним было вполне естественным. Он очень талантливый артист. Give me time.
Если сравнивать Divided by Night с вашими предыдущими пластинками, в чем его отличие по звучанию? Ну, красивей, жестче и беспорядочней. Вот так вот в трех словах. Неужели ничего особенного? Ну, я, наверное, еще раз повторюсь, что альбом получился жестче с оттенком индастриала. В нем есть такие композиции, как, например, Double Down Under. И вторая... какая у нас вторая-то композиция? Ну ладно, неважно. В общем, мы хотели сделать что-то отличное от наших предыдущих работ. В основном наши песни — это отражение нашего же прошлого. Например, трек Come Back Clean, который мы написали вместе с Эмили Хейнс, наполнен настроением олдскульного рейва, весельем, драйвом. Взять тот же Drown in the Now, в котором поет Матисяху. Он заполнен энергетикой слов, в которых выражается отношение артистов к мрачности сегодняшних дней. Мы хотели, чтобы наш альбом можно было слушать не только на танцполах, но и в клубах. Прежде всего, это музыка, обладающая мелодией. С этой точки зрения, Divided by Night можно назвать более мелодичным, с преобладанием элементов песен, не таким агрессивным, как наши предыдущие работы. Пожалуй, в этом и заключается основное отличие. Вы были номинированы на Грэмми, но по результатам голосования заняли второе место после Леди Гага, это так? Да, разрыв между нами составил всего один голос. Эх, если бы я тогда проголосовал, но, черт побери, я забыл это сделать. Не надо было отдавать дочке анкету, а то она везде понаставила Леди Гага. Вообще, мы предполагали, что Леди Гага победит в этой номинации. Замечательно, что в рамках вручения премии Грэмми есть категория «Электронная музыка», которая, правда, смешана с танцевальной электронной музыкой. Надеюсь, в будущем они ее выделят в отдельную категорию. Леди Гага представляет собой все же танцевальное шоу, нежели артиста, связанного с электронной музыкой. Это немного другое. В любом случае, мы второй раз были номинированы на эту престижную премию, и это круто. Забавно, но когда мы присутствовали на церемонии, то там не было алкогольных напитков, так что организаторы Грэмми, учтите, если в следующий раз не будет алкоголя, то я к вам не приеду. Мы просто принесем фляжки. По вашему мнению, это является успехом, что танцевальная музыка в вашем лице получила второе место на Грэмми? Безусловно, это большое достижение, что мы вообще были номинированы на Грэмми. В этом году было много достойных претендентов на победу, и вперед нас вырвалась только Леди Гага. Я бы не сказал, что это успех для всей электронной музыки. В борьбе за победу в этой категории мы выложились на все 100, но, к сожалению, не все хорошо представляют себе все аспекты этой категории, хотя участие в голосовании принимают те люди, которые профессионально создают музыку. Мы не способны все контролировать, но будем пытаться исправлять ситуацию. Divided by Night вышел на вашем лейбле Tyne E. Можем ли мы ожидать на нем каких-то новых релизов в ближайшее время? Да, Tyne E — это наш собственный лейбл. С этого момента все, что мы будем писать, будет выходить на нем, в том числе и наши самые ближайшие релизы. Я имею в виду, что мы до сих пор продолжаем работать с материалом из альбома Divided by Night, в частности над синглом Sign Language с участием LMFAO, который уже вот-вот должен выйти. И все последующие работы Crystal Method вы увидите на Tyne E. Мы с удовольствием готовы подписать других артистов на наш лейбл. Думаю, это логическое развитие лейбла. Какого-то спланированного графика выхода релизов у нас нет. Надеюсь, что мы найдем достойных ребят, чтобы выпустить их музыку и прорекламировать, и сделать его популярным. Tyne E, этот лейбл, создавался исключительно под вас или для того, чтобы продвигать на нем других артистов? По большому счету, конечно, для себя. Мы его основали для того, чтобы выпускать наши работы на территории Великобритании. Хотя, как я уже сказал, нам было бы интересно сотрудничать с другими артистами в будущем. Это вовсе не означает, что мы будем подписывать кого угодно. Прежде всего, нам нужны талантливые артисты. Нам уже многие люди задают вопросы о будущем лейбла. Но пока мы не выработаем четкие механизмы его работы, структуру, систему продаж, то не будем подписывать других артистов на Tyne E, будут выпускаться исключительно наши пластинки.
IME — это независимый лейбл или он связан с каким-то мейджером? Вся дистрибьюция TimeE завязана с мейджером, и только она. Все остальные решения принимаем мы. А кто именно из мейджеров занимается дистрибьюцией? Fontana Distribution, которая является частью Universal. В основном она занимается дистрибьюцией на территории Канады и США. Что касается других регионов, то там у нас другие партнеры. К примеру, на этой неделе у нас выходит пластинка Великобритании, Австралии и Японии. Очень надеемся, что в будущем мы наладим тесные связи с Восточной Европой и Азией. На самом деле, на сегодняшний день трудно найти дистрибьютора и лейблы, которые эффективно действуют в международных масштабах и при этом обладают независимостью. Надеюсь, ко времени выхода нашего следующего альбома мы найдем ту золотую середину, ту компанию, которая при своем независимом статусе будет способна донести творчество Crystal Method в каждый уголок нашей планеты. Вы упомянули новый альбом. Какие-то идеи насчет него уже имеются? Наш будущий альбом будет круче, чем все предыдущие. Опять же, если я тебе слишком много расскажу, то придется тебя убить. Вертолеты кружат над нами, поэтому ничего не могу сказать. Пятый альбом будет еще громче. Divided by Night вышел весной прошлого года. Вы уже можете подвести его итоги продаж? Насколько он популярен? Мы продолжаем ездить с ним по всему миру и получаем о нем хорошие отзывы. Мы делаем то, что мы делаем, а делаем мы музыку. Самое сложное сегодня — это ее отыскать. Люди слушают то, что им нравится, а отзывы, которые мы получаем об альбоме, положительные. Мы не оцениваем успех альбома уровнем продаж или его ценой. Прежде всего, нашей задачей является найти интересных артистов, написать музыку, которая понравится людям. Для нас успех альбома заключается в хороших отзывах о нем. Вы работаете не только со студийными альбомами, но и с саундтреками к фильмам и компьютерным играм. В чем отличие? Когда мы работаем над альбомами, то пишем музыку исключительно для себя. Когда мы работаем с музыкой для фильмов или компьютерных игр, то пишем ее для картинки. Разная мотивация и цели. Раз мы затронули тему фильмов, то расскажите подробнее о работе над саундтреком к фильму «Лондон». Довольно-таки интересный проект, который дал нам определенный вес в киноиндустрии. Мы работали с настоящим режиссером, со сценаристом и продюсерами. Нам понравилось участвовать в этом процессе, и если поступит предложение в будущем опять заняться написанием музыки к фильмам, то мы согласимся, даже не раздумывая. В свете последних событий хочется спросить вас об Олимпийских играх, о хоккее. Завтра состоится матч между командами США и Канады. Какие ваши прогнозы? Мы рады, что наше расписание устроено так, что до московских гастролей мы успели посмотреть игру. Сегодня никаких матчей нет, а завтра мы уже будем в Вашингтоне, где сможем полностью посмотреть финальный матч. Затем вернемся в Лос-Анджелес. Последний раз мы смотрели матч с участием сборной США в баре. Рядом с нами сидел русский парень по имени Костя, который дал кучу денег, чтобы попасть на Олимпиаду. Тогда Россия проиграла в четвертьфинале, а сборная США выиграла у финнов со счетом 6-1. Я тогда молился, чтобы мы не попали на Россию, иначе нам было бы не выбраться оттуда живыми. Костя нас бы нашел и пристрелил. Но тогда США показали хорошую игру. Да и выпили мы, наверное, ведер 5 водки. В итоге Канада выиграла у России, так что мы сделаем все возможное, чтобы наши ребята в Ванкувере надрали задницы канадцам, которые выбили Россию с хоккейного турнира. Ну и напоследок скажите пару слов российским клаберам в честь своего второго приезда в столицу. Мы хотим сказать огромное спасибо всем тем, кто пришел сегодня нас послушать. Надеюсь, что мы еще вернемся к вам в будущем. Я со своим партнером еще даже нормальные водки не выпил. Сегодня будет веселая ночь. А всех тех, кто не был на нашем сегодняшнем выступлении, хочу спросить, what the fuck, что с вами случилось? Спасибо, Шурик.
I guess I didn't know.